Здорово всем. Ну, опять привыкать тут к боевке. Че еще? А, тут мы уже до конца почти добежали. Еще одна лестница. Это ж ёшкин-то матрешкин. Интересно, там остальные-то чудики живы или нет? Это как бы интересный такой тоже нюансик. О, обзоры разбанили, надо же. Vulcan, I knew that you would find us. Did you get separated? Where are the others? Ah, well, the attack of this concubine took us by surprise. The group was broken up, and unfortunately not everyone managed to escape. We set up camp and did some reconnaissance. What did you find out? Not very much for the moment. This area is particularly hostile. There is a powerful, corrupting magic everywhere. It seems to strengthen the undead and weaken us. Nevertheless, Mathras seems to thrive in this strange atmosphere. He has been serving as our scout. I recognize this corrupting magic. It promotes the creation of new troops for the Deadwalker army. I can feel it, but it doesn't seem to be everywhere. Certain zones are probably unaffected. Blackfrost uses them to keep his prisoners in good condition while waiting for their conversion. Charming. He keeps the meat chilled. I'm guessing that's why his soldiers are tougher than the others. Exactly. And that is exactly why you are going to have to reach the palace without me. I have no intention of ending up like those miserable creatures. You have the energy of the World Heart within you. I doubt whether the magic can have any real effect on you. But it is different for the rest of us. We must try to avoid zones permeated with corruption. Скверно говоришь. Let's go and find Mathras. He might have found out something useful. А чё-то магия скверны на вас может сильно воздействовать. Ясненько. А, так мы к лагерю добрались. Hello, Vulcan. I'm leaving. Я ухожу. Уйду. Так, ну давай со всеми потрендим. You do remember I'm standing right here. Let's change. I'll be going. Greetings, mercenary. Can I have a look? Я не откажусь. Главное сейчас посмотреть оружие. Хотелось бы, блин. Ну ладно. Уже облом. Так, здесь, конечно, у нас. Hello. Let me see what. Так, а у тебя. Оу, 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 чуваки, вы чё так резко-то? Минарет, глаз дракона, чистильщик. Так, давайте. А, нельзя распределить, да? У меня 26. Блин, тут топор только самый мощный. Ну вот это вот слеза дракона 21. Вряд ли я смогу это 21 сделать больше, чем тот, который есть. У него хорошая скорость атаки.
Способность прерывать действия, конечно, ниже, и сопротивляемость магии тоже. Нет, пока я обожду с этими оружиями, блин. Черт роги сломит. Или персонажек. Арбалетные болты 16. Ой, блин. По 16, говоришь. Продаем по 5, да? Это торговля навык, конечно, мне помогает. Не. Оружия более-менее достойного у меня нету. Надо, значит... О, арбалетные болты нашел, не кисло. Редко, кстати, находка. Там-та-там-та-там-та-та-там-та-та-там. О! Я понял. Вот, блин. Не, вы серьезно? Там их, прости, сколько? Две? Я что-то не ожидал, что у меня такой сюрприз здесь будет ждать. Я думал, у меня магия еще есть. Извини, подругонька, надо свалить. Я, в принципе, и магией смогу завалить. Правда, такая себе. Но хотя магия у меня, да, довольно быстро стала восстанавливаться, это и неплохо. Могу сказать. Ну, подождем, подождем. Так, надо ее поймать на контрзаклинание. Примерно таком. Ну, ты как достаешь там? Погоди, она восстановилась. Да ладно тебе, они еще и регенится быстро. Так, слушай, это мне не нравится. То есть у них быстро еще и реген. И кого мне с собой тогда взять? Это получается не лагерь весь, это... Блин. А где мой этот труп-мертвец? Пока туда рано идти, мягко сказать. Надо с собой мертвяка брать, короче. Он должен быть стоек. Верни. Подругу-то я ушатать могу, но мне нужна хоть какая-то помощь, вот там, что второй мне будет мешать очень сильно. Мягко сказать. Блин, я не думаю, что он так быстро егинит, слушай. Нежданчик. Сюрприз, мазафака. А, я отсюда пришел. Ой, да твою ж налево.
Погоди, а куда мне тогда там вела дорога? Вроде в этот проход. Видим. А, временный лагерь. Видимо, нет. Есть еще какой-то проход. Блин, где? Твою ж налево. Эдвин, I need to speak to you. What can I do for you? Thanks. Так. Vulcan. Let's change. I need your help. Let's change the subject. I'll be going. Значит, мне там одному надо идти справляться. Блин. Отстой. Очень большой отстой. Черт подери их. Ну да, выбора нет. Прекрасно. Так, теперь для полного счастья. Давай его завалим. А, так эти меньше гораздо тех. Это не боссы. Вот куда ты топрешься, а? Так, ну с этими можно справляться немного поспокойнее. Еще прокачать бы себе этого мастера. Блин. Так, погоди, 2 очка. Энергичность. Это максимальный уровень маны. Производитель. Ага. Так, мудрость. Вот это вот бы мне не помешало. 3 очка нужно, да? Минус 20%. Но я думаю, намного будет полезнее. Хотя и тот полезен. А-а-а. Черт подери. Так, ладно, мне надо, по идее, попасть куда? Не знаю. О, блин.
что это, двухщитовой, что ли? Свободен. Не пикарать на меня тут. Больше ничего не появится, все. Так, будем почаще сохраняться. И куда я сейчас попал? Вот вопрос такой. Ты сейчас скажешь, что сейчас боссом буду махать. Ну хотя я не против. В принципе, смогу завалить. Хотя мне артефакт, скорее всего, надо сожрать. Или что ты со Степалой посоразаться? Тебя сейчас. Ох ты ж, блин. Вот это был сюрприз неожиданный. Давай-ка из зелья мана выпьем. Напарников очень странно играть теперь. Мягко сказать. Так мы более-менее прокачались, но все ж таки тяжело. Сомневался.
куда мне от такого удара на этом узком коридоре убегать, интересно? Это, конечно, интересно. Не очень мне хочется играть без напарников. Тут вообще не хочется. Ну ладно, возможно, и надо пройти. Ладно, продолжим мучиться здесь. Блин, я из-за этой игры даже установил... Dragon Age Incursion. Inquisition, фу ты, ё-моё. Да, ХП, конечно, здесь поднимается очень оригинально. Странная какая-то ботва здесь. Ладно, давай этого завалим. Не было раньше такого. Угу.
Значит, надо с ними воевать только вплотную. О, господи. Чуть от лучника не сдох. А, вспомнил. А там как раз таки откопытился, да? Так. Поднятие следующего уровня, конечно, будет геморройной задачкой. Ты совсем охреневший в корень. Странно тут как-то вижу. Бежишь ко мне. О, она может сюда подойти. Как интересно. Предачок я не подпалил вообще никак. Он тебя подпалил. Так, куда ж тут убегать-то? Так, надо сначала выловить скелета. Ага.
Не ожидал тебя здесь сразу увидеть. Сорян, камера не слишком удобная. Хотя бы успел завалить. И на этом спасибо. Куда не люблю это зелье расходовать. Куда я здесь приперся? Еще часть лагеря, что ли? Вторая? Ха-ха. Ладно. Еще один временный лагерь. Да ел упало. То есть мне так надо будет бегать? Ну, хотя, в принципе. Может, напарника с собой смогу взять? Ага. Это временный лагерь. Сейчас. Происходит вообще. Я что-то как-то не вдуплил. Ну, хоть непись не отрезался на этом, спасибо. Хорошо, здесь все чисто. Окей. Мне надо что-нибудь разрушить здесь. Нет. Так, надо как-то попробовать эту скверну убрать, чтобы можно с собой напарника было брать. Я не против, как же без напарника здесь можно побегать, но довольно-таки геморройно. Единственное, что я здесь видел, это вот этот вот кристалл дурацкий. Но этому кристаллу... Блин, его не разрушить. А, вот вниз надо идти. Понял. Там летающая хрень. А нет, это флаг. Кто там еще идет? О, блин. Тебя мне только не хватает.
Размечталась. И главное твоих приспешников завалить. С тобой-то я разберусь уж как-нибудь. Больше никого тут нет. Эй, красавица. Да, прерывание на нее, конечно, работает крайне фигово. В ближнем бою я вряд ли справлюсь. А, блин, метка с 10+. По жопе тебе. Так, лучника я угрохал. Где это второе тут долбанул-то вот? Да, арбалетными болтами здесь бы пользоваться немножечко почетче. Не помешало бы. И куда мне здесь чесать-то дальше? Налево, направо, взад-вперед, вперед и взад. Поперли. А какая разница, тебе все равно, судя по всему, одно и то же я встречу. Так, а там никаких нету интересных вещей, типа сундучков. Или я, как всегда, раскатываю губенку. Да, губенку раскатал. Если так, попроще будет. О, сундучок. The evil energy behind his door is too strong. Блин. Да ёлки-моталки, двое. Ой. Вот это развлекаловочка здесь мне будет.
Так, развлекуха начинается. Так, ну это меня заметило, ладно уж. Девонька. Да-да-да-да-да, какие мы злые. Это... Непонятно, мне уменьшенные копии. Да, уменьшенные копии. У тебя ХП было-то гораздо больше. Почему я не могу это уничтожить? Те камушки прибить, и все будет нормально. Наверное, хорошо. Ключевое слово «наверное». Ладно, на этом, пожалуй, я закончу. Продолжим в следующей серии. Всем удачи, всем пока.